нам приехало несколько команд из Тюмени, Петербурга. Когда ребята выходят из зала, когда они оказываются на песке, когда среди болельщиков просто прохожие, ребят это вдохновляет. Они с особым трепетом играют сегодня. И, как вы видите, все радостные. И хороший результат, надеюсь, будет у именно у мячей. Всегда классные турниры, мы всегда с радостью приезжаем сюда. На песке играть сложнее тем, что в принципе по песку бегать сложнее. Но все равно мы стараемся, используем разные комбинации в игре, и благодаря командной работе у нас все получается. Отличный турнир, получили классные эмоции. Мы стали намного круче, намного слаженнее играть, намного лучше видеть площадку, видеть мяч. Лучше всего у нас сегодня получилось, безусловно, бросать голы на 2 очка, перехваты, передачи суперски проходили.